Доброго времени суток, дамы и господа, на ваших экранах ДБД. И сегодня у нас на повестке дня относительно новый убийца под названием Близнецы. А точнее, два маньяка в одном флаконе. А настоящее имя этих сиамских близнецов — Шарлотта и Виктор. Карта Салун. И вот она, наша первая жертва. Здравствуй, лысый двойтик. Как тебе мой резак Мерселя? Это, кстати, основное оружие Шарлотты. По перкам я взял клунофобию, небрежный мясник, зов медсестры и сеющий страх. Смотрите, как сейчас переиграем ушастенькую, а? Не ожидала меня здесь увидеть? Лови хиточек. На самом деле, можно сказать, правильный игрок за близнецов сначала дает расхитовочку, а уже потом выпускает Виктора. Хотя, в принципе, можно сначала и выпустить Виктора. Так, тут мы двоечка не догоним, но попробуем Эйс опять же переиграть. Куда ты собрался? Тем же приемом переиграли как-то ушастенькую подружечку. То есть я понимал то, что вот этого лысенького Двайта я не догоню, так как там окно. А вот теперь настало время Вичи. Вичи, Вичи, надо выйти, хватит хилиться! А ведь с помощью клонофобии и небрежного мясника, ой, как долго им приходится хилиться. Здравствуй, красавица моя. Чиним, да? Лежать. Так, а где у нас Эйс? Я видел, как он на второй этаж побежал. А вот и кровавые следы. Делаем вид, что мы переключились на Шарлотту. Возвращаемся обратно и уничтожаем Эйса. Лежать. Минус 3. Изи. Первые ранги. Опять же, мне будут, скорее всего, не верить то, что это первые ранги. Ты чё тут поднимаешь, а? Так, ну, в принципе, осталось положить последнее. Вот смотрите, если я сейчас прыгну Вити на Сурва, я ему, можно сказать, нанесу хит. И что самое интересное, он ничего делать не может, пока он не сбросит с себя Витю. Блин, там стояк у Эйса. Ладно, пускай поднимает Сурвов, мы сейчас накажем вот этого лысого двойцика. Опа, переиграл. Давайте повесим на крючочек, а то сущность заждалась. На самом деле, очень хороший билд я сейчас демонстрирую для данного маньяка. Нужно как можно дольше Сурвов держать ранеными. И, можно сказать, для Вити это будет изи-карточка. Так, погнали. Витя, фас! Чё ты там стоишь? Опа, вижу, вижу, вижу тебя, моя красавица. Спринт, что ли? Чё ты идешь как обосранный? Не понял ее маневру. Так, а тот лысый, походу, давайте побежал своего братца снимать, да? Да. Витя? Лежать. Ай! Ну, Витю обидели, поэтому Шарлотта накажет. Но для начала давайте положим Эйса. Да, конечно, конечно. Ну, спринт. Да хрен бы с ним. Давайте ушастенькую тогда в подвал повесим. То есть, как вы заметили, после наскока Вити у него идет некий стан, примерно 2-3 секунды. И в этот момент Витю могут убить, с ноги просто подойти. Но, опять же, это невелика потеря. Витя буквально за 10 секунд возвращается к Шарлотте. Ну да-да, тут я, конечно, что-то попереумничал. Да что ты тут ноги свои распускаешь? Каратисты двайтовские. Смотри, что делать, крутится, вертится, как юла. Давайте проверим, может быть, кто-то снимает? Нет, пока что никто не осмелился. Эйс, иди сюда. Витя хочет кушать. Витя, Витя. Причем Витя вообще насрать на окна. Он может сквозь окна прыгать, я это продемонстрирую, постараюсь в этой карточке. Так, Эйс, лежать. Вот, пожалуйста, его окно не спасло. Я, можно сказать, за жопу укусил его. Опа, Эйс. И вот видите, они раненые. Я попросту могу их всех на лопатке. Давайте сейчас, смотрите, вот в дырку мы переиграем. Он стоит, ждет нас там, да? А мы... Опа! И все. Что-то удумал, ударьте меня хоть. Не-не-не-не-не, лежать. Все. Карточка закончена, ни одного генератора не завели. И, в принципе, пока я буду развешивать этих бедолаг, я немножечко расскажу еще про этого маньяка. Сама Шарлотта это, грубо говоря, обычный пеший маньяк. Со скоростью 4,6, радиус террора 32 метра.
То есть Шарлотта ничем вас не удивит. Вся суть в этом маньяке — это Витя. Витя надо... Так, ладно, хватит. Давайте посерьезнее все-таки. Мы играем за маньяка, так никак. Так вот, Витя считается как вспомогательный, а как саппорт для Шарлотты. И, как вы уже заметили, если Сурф полностью здоров, то Витя попросту запрыгивает, наносит хит и не дает, грубо говоря, ничего делать Сурву в этот момент. Сурф может, конечно, скинуть с себя Витю, а может проигнорировать. Многие так игроки делают, попросту не скидывают его и на себе таскают. Но все же, рано или поздно, Витя возвращается к Шарлотте. Плюс, опять же, вы думаете, что шкаф спасет Сурва? Ничего подобного. Если Сурф прыгнет в шкаф, то Витя может удерживать шкаф примерно 15-20 секунд. И если за это время Шарлотта успеет прийти к шкафу, то попросту... Шарлотта достанет этого Сурва и накажет. Вообще, очень сильный маньяк. Чё, Люк заспомнился вообще? Как не везет вечно, не понимать. Вот видите, по рангам. ГГ. Итак, свалочка Автохевен, магазин барахольщика. Продолжаем мы с вами выгуливать Витю. По перкам на этот раз я взял Бамбузл, Гибель Франклина, Тинкер и Чертик. Так, чё, думал, тебя не видел, что ли? Рихтер, сюда иди. Ой, Мэг, там вся разукрашенная, танцует. Посмотрим, что ты покажешь нам. Сможешь ли ты противостоять такому жестокому Вите? Ух, Шарлотта какая беспощадная, прям по хребту лопатой, а? Так, пойдем-ка на крючочек. Забыл, кстати, добавить то, что когда Виктор остается в одиночестве, у него просыпается инстинкт убийцы, который помогает Шарлотте видеть силуэты выживших. Так, Витя! Ух, как там все. Переиграла. Неплохо, но я сейчас все равно настигну тебя. Да хватит, Витю, слепи! Витя и так, блин, обиженный, блин, жизнью, а ты его, блин, слепишь. Так, пускай она пока что там с Витей погуляет. Мы прям вовремя вернулись. Хиточек лови, дружбан, блин. Так, Витю она скинула, хорошо. Давайте черта вставим, успею. Круш, успел. Прям в последнюю секунду, он почти сгорел. Так, подруга дней моих суров. Кладетечка, ну тут хит по-любому. Что за вопли? Витя! Сожрать. Так, мы кусик. Тебе в тот раз повезло, то что не попал, на этот раз тебе не удастся меня передурить. На-ка. Лежать. На самом деле, я, кстати, должен был промахнуться. Я не знаю, как... Так я попал прям? Но все же. Так, они где-то явно хилятся. Опа. Вот деточка. Лежать. Кладетка вообще какая-то нулевая. Ни на что не способна. Слышу. Ага, опять ты, Рихтер. Потаскай Витю, не горбу. Он хочет покататься. А мы пока что... Блин, хотел Мэг поднять, она встала. Серьезно, блин. Сейчас, в последнее время, я часто наблюдаю у всех стояки. Это, скорее всего, из-за нерфа осколка. Ты чё, поднимаешь? Охренел, что ли? Лежать. Блин, ну на самом деле он пожертвовал с собой. Благородно, однако. Мы сейчас прям отыгрываем... какого-то бандитского маньяка, так как у нас гибель Франклина выбивает предмет у Сурвов. И аддон я взял специальный, который тоже дает возможность выбить предмет у Сурва. То есть, видите, если наскок сделает, запрыгнет у Сурва, у него сразу упадет. Так, Витя, фас. Витя голодный. Витя кушать хочет. Блин, если бы они вот дальше хилились бы, я бы его на расстоянии убил. Опа, ну все, тут целяешь по-любому. Дружбан, так, полежи-ка. Блин, так озвучим прикольно. Опа, мигусик. Здорово! Разукрашенная, блядь, вращается. Не-не-не, один раз удалось, следующий не получится.
Но она на самом деле выделяется. Опа, опять этот Рихтер. Я думал, в окно будет прыгать. Нет, не-не-не, надо Витю бежать, не надо! Хочу Витю ударить. Не-не-не. То есть, если вы будете моментально, как можно скорее нажимать куда-нибудь влево, вправо, то есть двигаться как можно скорее, то у нее не получится так легко вас ударить. Так, мой гусик, пора все-таки тебе на крючочек, а то что-то ни разу не висело у нас. До сих пор ни одного генератора не завели, как он такое? А ведь прикол в том, что не все... чуть-чуть не успеваю. Я так и понял, то, что я тут не успею убить. Самое главное то, что они все ранены. И тем самым я просто могу в Вите бегать по карте и разносить их пух и прах. Ну все, тут она точно ложится. Вот если бы она не прыгнула в окно, она бы меня переиграла бы. Так, мигусик сняли. Ты что стоишь? Подруга, ты что, обиделась на Шарлотту и Витю, что ли? Странная какая, ты так ярко начала. Так, Витя? Витя, убей этого клоуна ходячего. Что у них и орешков я не вижу. Странно. Надо будет посмотреть потом на эти перки. У сурвов. Какие были. Так, ну по идее где-то тут Рихтер. Вот он, бля, подлечился, бандит. Рихтер Рихтерович, иди сюда. Вот видите, когда он... Сурф пробегает рядом с Витей, он, может, передает информацию, то, что вот, я вижу его, типа, Шарлотт, убей его, приди на помощь ко мне. Так, вот, все, погнали, добивать теперь Рихтерчика. Че, мы его зря лопаты огрели, что ли? О, это ты сделал вид, что ты спрятался, да, что ли? Молодой, побежать давай. Ближе немножечко. Ну, мне кажется, без шансов. О-о-о-о, Витя бежал. Безжалостный, беспощадный, просто только он встал и сразу лег. Все, это ГГ. Не успеешь ты ходить, не гусик, плодочек у нас ложится. Кстати, смотрите, вот этот вот... вот эта вот анимация, когда, можно сказать, Витя ударил Сурва, опять же напоминает стан Легиона, когда у него истощается обилка. Везде, блин, почему-то я вижу вот эту анимацию Легиона. Какого хрена? Так, мигусик. Я думаю, теперь уже тебе никто не поможет. На самом деле, вот, если вы были внимательны, я в первой катке, вот во второй, опять же, взял вот это вот лесное рагу аддон. Это, наверное, один из самых лучших аддонов для данного маньяка, так как это рагу как раз-таки увеличивает умеренно скорость Витя. Можно еще взять, по-моему, хлебец он называется, если я ничего не путаю. Он слегка увеличивает скорость, но это все будет стакаться, и Витя будет как комета летать. Я думаю, мы это с вами сделаем в третьей катке и пересмотрим наши перки. Сделаем, наверное, тотемный билд. И вот как раз Витя, я думаю, задефает все тотемы спокойно, благодаря своей мобильности и скорости. Вообще, я считаю, конечно, данного маньяка нужно урезать. Это лично вот мое мнение. То есть, как минимум, когда Витя погибает, или его сурф, я не знаю, там, со спины скинул, ему возвращение к Шарлотте надо увеличить. То есть, он слишком быстро возвращается. То есть, Витю, если, грубо говоря, наказывают, убивают, он реально, он уже на готове сразу по новой бежать. Ну, это, конечно, имба. Он и ок-то контрит, ну, вообще насрать, он спокойный. И палетку может перепрыгнуть, сурва ударить. Главное, правильно камеру, можно сказать, поднять. Давайте по рангам посмотрим. ГГ. ГГ, давайте тоже напишем. 6, 3, 2, 4. Их, скорее всего, понизили. На этот раз нам выпал Хэдденфилд. Карта Майкла Майерса. Переулок Лэмпкин. Ну что, Витя? Я чувствую, ты голодный. Надо тебя накормить. Кстати, карта довольно-таки большая, считается одной из самых огромных в игре. Так, я видел подруженцу. Определенные маньяки испытывают проблемы на этой карте из-за ее размеров. Угу, кто у нас тут? Скилл-чек не попал. Он думал меня переиграть. Там ведь два выхода из этого дома. Ха-ха-ха, подружки. Я так и знал, что ты по-любому сбежишь оттуда. Лови хиточек моим безжалостным тесаком. Витя! Пас!
Вот сейчас увидите максимальная его скорость благодаря этим двум аддонам. Давай, ну давай, орешек, ну где он? Чё-то как-то подруга запуталась в трех соснах, и понимать. Сама на меня вышла, хотя, возможно, она прям хотела в меня прожать орешек, кто его знает. Так, и кто-то там продолжает, блин, чинит. А, опять ты, Рихтер! А ну-ка, покатай Витю. А Витя-то мне рассказывает про тебя. Он знает, где ты находишься. Вот видели, подсвечивал из барышни, и тем самым она получила прям беспощадно хит. Хотя она, небось, в недоумевании. Как так? Тут подруга охренела, прям в наглую заводит ген. Ничего, это не получится. Погибель сейчас откатит мой ген. Чё, переиграла тебя, да? И уже, смотрите, они все раненые. Да, давайте, кстати, пробежимся по перкам. Порча погибель потихонечку откатывает наши гены. И вот все-таки один тотем сломали мне. И это не смерть. А точнее, проклятую землю мне сломали. И тем самым сейчас уязвимость на всех сурвах. Честно говоря, не вовремя они сломали. Кто-то сундук открывает. Серьезно? А, ну вон она справа открывает. Блин. Серьезно, а зачем ты упала? Ой-ой-ой. Дурочка ты, дурочка. Пойдем на крючочек, подруга. Она, видимо, испугалась. Она видит то, что я рядом пролетел и что-то как-то упала. Хотя она могла спокойно дальше открывать сундук. То есть помимо порчи погибели проклятой земли, у нас есть охотничий азарт, который слегка замедляет поломку тотемов, а точнее очистку, правильно сказать. 6%, ничего не путаю. И не смерть. Кстати, проклятый мы можем воспользоваться еще раз. Так. Охренела, что ли? Ломает она. И мне все охотничий азарт рассказывает. Он, видите, дает мне уведомление, если ломают тот или иной тотем. Ну все, походу, это минус 4. Опять ни одного генератора не извели, так вижу следы. А, это ты, Рихтер, опять? Куда ж ты, дурачок, забежал? Тут тебе бежать некуда. Безжалостный Витя. Ой, какой же Витя. Ой, что-то у Вити за... Можно сказать, заурчало в животе. Опа, вижу следы. И все, она не успевает снять, лежать. Минус 4. Есть только стояков, конечно, нету. Так, Рихтерыч, пойдем-ка на крючочек. Да серьезно. Стояк. Вон одна подруженца встала, блин. Ладно, продолжаем, продолжаем. Она сейчас по-любому поднимет еще одного сура, по-любому они сейчас снимут. Но она с собой пожертвует. Ух, орешек, как она прям прожала. А зря. Очень даже зря. Витя! Витя, не дай снять! Блин, тут окно. Окно спасло. Орешек куда? Они даже не понимают, как им действовать. Просто орешек в шкаф. Серьезно. Так, Витя, что у тебя со животом? Принимаю из пармезан. Соответственно, что-то у тебя там шум и гам явно. Так, подруга. Хорошая попытка, но, видимо, тебе стояк не помог. Поэтому отправляешься на крючочек. Ага, все, ты уже на тот свет. Серьезно, опять стояк? У них что, у всех стояки, что ли? Не, ну, надо отдать должное, команда борется. До последнего не сдается, смотри, своя подруга. Лежать. Хорошая попытка. Зачем вы Витю обидели? Ну, взяли Витю, ударили ни за что. Витя просто стоял, любовался природой. И зачем-то вот ударили Витю. Так, Шарлотта... Шарлотте это явно не понравилось. И вот видите, Вити очень быстро возвращается к своей сестре, и поэтому, блин, это имба. Это просто имба. Его надо явно урезать с этого маньяка. Так, Рихтер, думаешь, что, переиграл меня, что ли? Я знаю то, что ты сейчас с этой стороны по-любому выйдешь. Опа. Хорош, хорош. Орешек спас. Не надо! Ну, Витю, зачем мы обидели? Шарлотта. Накажи этих хулиганов. Ну тут она, кстати, блин, никак ее не переиграю.
Опа, слышу Рихтера, не пойму, где он. Рихтер, ты где? Я слышу твои стоны. А, вон ты где. Ну, если сейчас будут орешки, я не успею. Все, значит. Вот тупо его орешек спас. Да-да, светишь ты мне. Сейчас, сейчас. Че, думаешь, я тебя по звукам не услышу, куда ты пошел? Я вот не понимаю людей, которые вот светят. Ну зачем? О, запутался Рихтерыч. И отправляется на крючочек. На самом деле, вот этот билд из тотемов весьма интересный, кстати. И подходит буквально, наверное, каждому маньяку. Неважно, за какого ман играет, играется как бы. Они уже тут не выиграют, все. А я напоминаю то, что всегда в третьей катке мы смотрим в конце на Мементо Мори. А вот кого мы замементим? Давайте Рихтера, я думаю. Вот девочек надо все-таки отдать сущности. Вот смотрите, она думает, сейчас снимет. Да нифига подобного. Сейчас, видите, накажет за это. О, вот могла снять, кстати, наверное, успеть. Я бы, возможно, допрыгнул бы. А теперь она уж точно не снимет. Так как на горбу катается Витя. Угу. В итоге... другой сурф снял. Угу. Ну стой, стой, стани. Я там никак к ней не подойду. Из этих гребаных заборов. Опа, Рихтерыч! Здорово, давай орешек свой. Опа, орешек, красавчик, лежать. У них, походу, блин, почти у каждого есть орех и стояк. Вот обязательно потом посмотрим по перкам. Смотрите, не скидывает до последнего Витя. Не скидывает себя. Это вообще правильное решение. То есть, когда вы играете против данного маньяка, Витю надо держать на себе как можно дольше, чтобы Шарлотта попросту ходила без своей обилки, скажем так. Ну, я так и знал, будет орешек. Просто ждал, когда же она его прожмет. Прожала, молодец. Пойдем на крючок. Если я ничего не путаю, она, по-моему, третий раз. Хотя, может быть, второй. Не, все же второй. Игра продолжается. Угу, она в дом меня хочет увезти. Не-не-не. Мне надо найти Рихтерыча, который, походу, опять, не знаю, на стояке, что ли. Вот серьезно, я уже увидел три стояка. Я сомневаюсь, то, что это Нея подняла. Хотя, по-моему, это не Нея, но не суть. Ну и все получается. Где это? А, вот она у этого дома меня ожидает. Орешек! Ай, блин! Как на мусорку выкинули меня! Здорово! Значит, так выглядывает, блин, так смешно выглядел на самом деле. Ну, молодец. Орешек прожала, а я думал, он в окно прыгнет и прям в жопу ей заеду. Не, нифига, в итоге сам в окно вылетел. Че, она думает, что я не переиграю? Смотрите, что мы сейчас сделаем. Я поднимаюсь. Становимся сейчас мы с вами в окне. Прыгать бессмысленно, так как она, видите, специально там встала. Резко становимся в окне. Она сейчас будет перелазить, скорее всего. Захочет убить Витю. А мы ее убьем, смотри. Оп. Вот и все. И она не успевает. Она попросту не успевает в окно прыгнуть, так как еще Витя, его, можно сказать, тело не пропало. Переиграна барышня просто. Ну, скилл, япона мать. Не, очень хороший ман, на самом деле. Я прям рекомендую его новичкам. Можно даже его мейнить, пока его, в принципе, не урезали. На данный момент ман очень сильный. И в то же время, наверное, самый уникальный в своем роде и фановый, вот, безусловно. Ну что, Рихтерыч, сейчас мы на себе будем применять Мементо Мори. Ну что, Рихтерыч, лови по хребту, ёпты. Витя? Говорит, можно? Хавай, жри его! Не, ну жестокий, жестокий элемент, надо признать. Так, давайте посмотрим на ранги и перки. Ну вот, пожалуйста, смотрите, у каждого почти стояк и осколок. Надеюсь, вам понравился этот ман. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну и всем удачи, всем пока.